С возрастом острота слуха уменьшается, к этому все привыкли и, возможно, кто-то даже смирился. Но я предлагаю не мириться с какими-то возраст-зависимыми состояниями, а все-таки пытаться себе при их обнаружении помочь. И помочь здесь на самом деле возможно, и техники восстановления остроты слуха, они есть и в таких практиках, как цигун, и в аюрведе, и в принципе довольно хорошо работают. Ну и помимо прочего, естественно, я ратую за то, что всегда нужно заниматься своей осанкой, потому что при перемещении структур, при нарушении соосности возникают такие проблемы, как раз, да, проблемы с голосовыми связками. Вы даже можете на самом деле провести очень простой эксперимент. Выдвинуть шею сильно вперед, как это часто бывает при синдроме текстовой шеи, да, когда шея выдвигается вперед, плюс еще задняя поверхность шеи укорачиваются, короткие разгибатели шеи сильно напрягаются, и попробовать поговорить. Поговорить вот в таком вот положении, когда шея ровно, голова ровно находится над грудной клеткой, и поговорить вот в таком положении, когда шея выдвинута. Вы, скорее всего, почувствуете, насколько сильно зажимается голосовая щель и насколько голос становится менее звонким, менее громким. А когда это уже происходит хронически, патологически, то в этом случае, естественно, и голос меняется, и острота слуха, и острота зрения, все это совершенно друг с другом связанные вещи. Острота зрения, к слову, за зрение у нас в частности отвечает состояние глазодвигательных мышц в том числе, а это тоже мышцы, и, как вы понимаете, они тренируются. Ну что ж, давайте про остроту слуха сегодня. Я покажу вам комплекс, который вы можете делать при снижении остроты слуха, но при этом еще раз попрошу вас заниматься собой комплексно. Комплексные занятия есть у меня в моих программах. Это осанка от макушки до пят, которая является базовым курсом для вообще понимания своего тела, для понимания дыхания, для понимания связей тела. И конструктор красоты, ссылка на все на это ниже, обязательно по ссылочкам потом переходите, изучайте, смотрите. А сейчас давайте приступим к практике. Вам совершенно не обязательно быть с умытым лицом, можно данную практику делать совершенно спокойно на работе. Кроме того, мы здесь стимулируем и околоушные лимфоузлы, соответственно, в частности, стимулируем лимфоотток. Итак, первое, что вы сделаете, мягкими массирующими движениями прогладите зону под ушами. Вот таким вот образом. Мягко-мягко, просто поглаживающими движениями. Снизу вверх и потом наоборот сверху вниз. Отлично, хорошо. Далее нам нужно будет промассировать всю ушную раковину. Для этого мы устанавливаем ручки вот таким вот образом. 4 пальца за ухом и пятый палец, большой палец спереди. И мы начинаем мягко выминать ушную раковину до ощущения того, что она стала именно мягче. Да? Представляете, что это у нас пластилин, который вам нужно помять. Не нужно его ломать, нужно его согреть и помять. Данный массаж не занимает много времени. Я понимаю, что вам кажется, когда вы находитесь у меня на канале или у подобных мне тренеров, что если заниматься собой, то на это может потребоваться просто какой-то целый день. Сиди собой, занимайся. Но для этого и существуют платные программы, в частности, вот у меня конструктор красоты, где вы все получаете дозированно, и где я за вас выбираю, чем вам заняться сегодня. Хорошо, далее. Большой палец ставите, посмотрите, то есть ваша задача встать под мочку уха, ну как бы отодвинуть ухо даже немного наверх. Вот такое вот движение. Угу. И здесь крючком указательного пальца вы захватываете ушко, плечи опущены вниз, голова над грудной клеткой, делаете вдох, с выдохом оттягиваете ухо прямо от основания и чуть-чуть его подкручиваете. Сильно за мочку не тяните. То есть ваша задача ухо у основания взять, раз, подхватили, оттянули и закрутили, да, чуть-чуть. То есть как будто бы вы назад хотите ухо выкрутить. На лице может быть приятная мягкая улыбка. В вашей нервной системе это будет сигнал на расслабление. Вообще, если у вас есть возможность, улыбайтесь всегда. И не думайте, что это выглядит глупо. У нас почему-то принято, что если ты улыбаешься, значит, ты дурачок.
Вот по мне, если ты улыбаешься, значит, ты очень позитивный, приятный человек. С тобой приятно находиться. Хорошо. Отлично. Теперь посмотрите, три пальца сзади, два спереди. Вот таким вот образом мы немножечко приподнимаем уши. Вот так вот раз. И опускаем. Сильно не тянем вниз. Наверх приподняли, вниз просто стимулировали лимфоотток, венозный отток. И теперь посмотрите, вы уши немножечко приподняли, немножечко оттолкнули назад. Голову нашли для нее хорошее положение над грудной клеткой, плечи опустили вниз. Стоим, дышим. Дышим, расслабляя живот. Не зажимаемся, плечи вниз и раскрыты, грудная клетка раскрыта. Вдох, еще один. И выдох, хорошо, ткани опустили, уши вместе с ними. Чудесно. Теперь такое движение, которое часто мужчины любят делать, да, так и на самом деле неспроста, движение из цугун. Как бы странно это ни казалось, указательный палец, о, господи, мизинчик, ставим в слуховой проход, сильно далеко, естественно, толкать не нужно, и начинаете такое потряхивающее движение. И вот здесь мне важно, чтобы вы его делали, вот знаете, как бы по инерции, то есть не нужно стараться напрягать плечо, так вы себе все еще больше зажмете. По инерции, мизинчик расслаблен, и барабанная перепонка начинает как будто бы на таком вакууме немножечко как бы вытягиваться, будто бы, да? И теперь резко, оп, хорошо, прочистили уши. Угу. И то же самое с другой стороны. Это, естественно, не про прочищение механическое в плане от серы, да? Это в первую очередь про стимуляцию внутренних структур уха. Угу. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Когда почувствовали такой вакуум, да, вынимаете мизинчик. А, отлично, хорошо. И теперь мне важно, чтобы вы просто разогрели уши. Поставьте теплые ладошки на уши. И саму ушную раковину просто помассируйте снаружи. Плечи не напрягайте. Угу. Теперь мягко надавили, отпустили. Надавили, отпустили. Тоже создается такой легкий вакуум. Не нужно сильно давить. Угу. И теперь надавили, легкий вакуум создали. Плечи у нас не поднимаются наверх. Развернули руки таким образом, чтобы пальчики легли на затылок. И начинаете по затылку барабанить, будто бы дождь барабанит по окну, да, по карнизу. Угу. Встали. И вот в этом вот положении расслабляйтесь максимально. Голову можете немножечко наклонить. Не нужно барабанить слишком сильно, выберите для себя тот темп, который, во-первых, от которого не устают пальцы, во-вторых, от которого не громко слишком в голове, а такой, который вас именно умиротворяет, успокаивает. Сделав вдох, выдох, выходим. И теперь следующее движение перед ухом, за ухом, вниз. Вы себя практически здесь не трогаете, то есть чуть-чуть эпидермально задеваете, да, и проглаживаете. Смотрите еще раз. Вверх, вверх, вниз. Наверх, наверх, вниз. Наверх, наверх, вниз. Наверх, наверх, вниз.
Собственно, вот такой вот небольшой массаж. Еще раз повторюсь, что все хорошо, когда это в комплексе. И если вы хотите не самостоятельно сидеть и ломать голову, а как же вам составить правильный комплекс для того, чтобы сделать красивыми ягодицы, подтянуть живот, сделать красивую и здоровую осанку, чтобы в спине не болело, чтобы стопы были красивые, не плоскостопые, и чтобы слух при этом еще и улучшался, тогда приходите ко мне в программы. Базовая программа – это осанка от макушки до пят, которая научит вас контакту с собственным телом. Да? Ссылочка вот здесь ниже под видео. И такой уже более, скажем так, ежедневный, для ежедневного применения курс – это конструктор красоты, где вы работаете с шеей, с телом и с лицом. Ссылочка тоже под этим видео. Спасибо за ваше внимание. Буду благодарна вашим лайкам, комментариям. Ну и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Пока!